Всем привет! Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Сегодня о том, что нас ждет за окном в самый весенний праздник. Вторник, 8 марта. По северным районам днем переменная облачность, 0 градусов. Будет очень ветрено. Порывы ветра до 8 метров в секунду. Ночью минус 13, без осадков. По югу днем переменная облачность и плюс 4 градуса, а ночью минус 12 градусов. В Улан-Удэ днем переменная облачность, ветер до 7 метров в секунду и до плюс 3 градусов, ночью минус 6. С праздником, милые девушки! Любите и будьте любимы!